Пилорама. О, убрали отсюда эту хрень, наконец. О, наконец у меня пошли дрова. В этом основном регионе, а то было опасно. Сейчас еще зима же как раз. Тут еще одна семья появилась. Давай тут карьер железный построим. И начнем добывать потихоньку. Но сначала нам топливо также здесь понадобится на зиму, потому что у нас его мало. Сделаю здесь еще пункт погрузки, чтобы между регами, между регионами обмениваться. Я, наверное, на карьер сразу поставлю в добычу туда человека. Да, слушай, ну по еде прям проблема. Я теперь даже этих лучников-наемников не могу нанять. В принципе, я и без них, думаю, справлюсь, потому что там справлялся с большим запасом. Но все равно такое себя. Хотя у меня получится... у меня получится дружины особо нету, лол. Без дружины я даже не знаю, справлюсь или нет. Тяжело будет. Последний бой, он трудный самый, кстати, реально у меня получается последний бой вот за этот регион. Торговля плохо идет, прочее, прочее. Кто там, вот я не пойму, эти люди, которые ноют разработчику, что игра слишком простая. Вот кто это ноет? Вот кто? Кто говорит ему, что торговля имбовая, еще же... Вот у меня здесь торговля, блин. Я сижу на нулях просто, хотя у меня, ну, все правильно назначено. Все, 104 доски, вот, с лимитами пробовал. Без лимит... Они не продают их. Максимальное количество людей здесь на рынке. Скот им помогает. То есть у меня нет какого-то перегруза товарами. Я не все подряд продаю, чтобы у них был перегруз, понимаете? Вот, только мясо. Все. Травы, но ими сейчас не торгуют, потому что там нету. Ну, то есть, глина не торгуют. Дрова, вот тоже могу отменить. Кожа, ну вот не продают они. Не хотят 252 кожи. Где мои деньги? Денег нету. Так, на каменолом здесь еще одного назначаю. Так, буду говорить, как это теперь. Здесь я сделаю здесь вот это вот для инструментов. И... А, в общем-то, я больше ничего не могу сделать. Остальное все только в домах следующего уровня, а это я не очень хочу. Могу вон часовню им разве что сюда забабахать куда-нибудь. Часовню и кустики убрать могу вот так. Причем деревья не убираются, только кустики. Амбар тоже здесь апнул. Кстати, вот. Вот часовня. Она, получается, ничего не стоит, что ли, да? Просто ты ее сюда ставишь и все. Декор. Заявлено притязание на регион. О-о-о-о, нет. Нет, нет, нет. Так, а я просто, я же могу по-хитрому сделать. Я могу объявить, потом сказать, типа, бла-бла-бла, дядюшка. И все, и он должен отлипнуть. Да, потому что смысла нету просто тратить ресы. Так, ну склад одного назначу. Надо будет в амбар тоже. В амбар одних назначил. Ну-ка, сарай кузнеца. Я его уже показывал. А, ну вон там это кузнечное, собственно. Так, а запас топлива-то мне хватит? Да, топлива у меня много. Можно его сюда даже это... Пусть инструменты делает, а я их буду продавать. Вон там у него угли. На факторию назначу. Вот заодно посмотрим. Ну ладно, тогда вывозить сначала досками, начну тут торговать. Пусть у меня 30 будет в запасе, все остальное будут торговать. Глобальное предложение на рынке, переизбыток товара, цены... А, вот эта хрень работает, которую он сказал. Ну нахера они это сделали? Одна доска по одной монете, охренеть. Тупейшее решение вообще это, эту механику сделать. Ну давай тогда рудой поторгуем. У меня там ее несколько тысяч. Просто я иначе вообще никаких денег не получу. Что, с припасов испортить? Яйца, что ли, не взяли? Вот дают. Сейчас посмотрим. Денежки должны пойти все-таки. А, вон там 35. Железная руда, доски. Не совсем понимаю. Неужели он хочет сказать, что
Короче, он со склада переносит сюда железную руду и досок столько, сколько там было указано, 40. Неужели это число, которое указано... число, которое будет использоваться для торговли. Сейчас посмотрим, понаблюдаем, интересно. Пока 1000 накопилось влияние. Три монеты, что ли, появилось или что? Так, еще одного человека я сюда запрягу на торговлю. Еще одна семья появилась. Еще одного человека сюда. О, тут, кстати, ягоды появились, так что... Можно еще одну хижину собирать, или а то они не успевают. Ну-ка, сейчас будем посмотреть. Нет, что-то тут больше уже доски. Почему они почему растет-то нужное количество избыточных товаров? Вот дают. Ну, деньги пошли. То есть торговля уже идет. Ну, то есть торговый путь не нужен. Давай инструментами торговать, на самом деле, в основном вывозить. Будем инструменты. Туда отменю я торговлю железной этой самой, потому что лучше ее пусть в инструменты конвертируют. Дороже будет. Сейчас надо, пока есть возможность, им мега-грядки сделать. Наверное, в кузнеца еще могу одного назначить, чтобы быстрее, потому что он не успевает все это обрабатывать стопудово. Ух ты, 85% у меня популярность. Я популярен весьма. Кстати, огород тут дешево стоит, что я 15 монет. Пускай уже начинаю окучивать. Тоже апну здесь это для валов. Так, ну поскольку у меня здесь проблемы... Не понял. Ема! Вы представляете, эти козлины на меня пришли? Без предупреждения, без всего, смотри, сколько тут появилось козлин. Охренеть, и сразу в этот регион. Нет, ну ребята, ну я тут только отстроился, ну чё за херня? Вы не имеете права так поступать со мной. Вот и вся любовь. Вот и все денежки. Так, я приказал всем идти туда. Только не бегом, я же сказал. Надеюсь, они не начнут сразу жечь, а пойдут, заразы, сразиться. Случилось... Они, суки, жгут сразу, а? Черти. Чертилы, блин, мой... Не, ну это называется вообще жопа. Ну, блин. Сколько я строил, вы охерели, что ли? Смысл тогда в чем? Смысл в чем? Они просто начинают... Они начали атаковать сразу с региона. Блин, естественно, сюда не успею. Пипец. Ну, спасибо. И ушли, да? И ушли, падла. Я даже вообще не успел ничего прийти. Ну, охеренно. Ну, спасибо. Интересно, тут будет баг. Я уже его встречал в прохождении. На этом же сценарии, кстати. Что когда ты восстанавливаешь постройки, они заново в них не заселяются. Скорее всего, этот баг тут и есть, потому что они так же стоят, как тогда. То есть, нужно постройки прям сносить и строить заново. То, что ты нажал вот это вот, то, что они заново их сейчас отстроят, они в них не заселятся просто. Ну, сейчас посмотрим. Да, они в них не заселиваются. Опять этот баг. А, нет, подожди, заселились. На этот раз пока заселились. Фью. Так, пока заселились. Камень скоро у меня закончится. 4. Вон он за один раз добывает. И камень сразу на единичку уменьшается. Да, все, последний камень. Последний бойскаут. Все, можно его отсюда снимать. Так, у меня тут что? Топливо 28 месяцев. Случился прорыв, да? Или это рывок называется? После этого кто-то будет говорить, что его смута бесит. Вот в смуте, понимаешь, со всеми ее глюками, со всеми хренями. Вот ты видишь какой-то глючный пиксель, ты можешь его обойти. Это неприятно, сука, да. Но здесь ты потратишь... Вот сколько я вам говорил, я перепроходил этот сценарий уже.
это 4 часа, больше 4 часов я только записал видео, по факту, то есть я сидел целыми днями. И ты только в конце, падла, поймешь, что у тебя все, все твои часы, которые ты потратил, можешь их просто в унитаз спустить, потому что у тебя все нахрен заглючило и никого не волнует. Ни сохранение тебе, ни отгрузки, ничего тебе не поможет, понимаешь? В смуте у тебя какой-то заглюченный пиксель, но ты можешь эту игру пройти до конца, да? Можешь завершить миссию, так или иначе. А здесь ты ни хера не можешь. И после этого, ну как бы... Поэтому я прихожу к выводу, что есть своя прелесть... в сюжетных играх, тут дело не в смуте, а в принципе в любой сюжетной игре, где вот ты можешь вот из точки А в точку Б, ну, я упрощаю, конечно, да, понятно, что вот как, идеально как Ведьмак 3, вот, действительно, естественно, смута никакая там рядом не стояла ни с Kingdom Come, ни с Ведьмаком 3, это все понятно, но там у тебя, если глюк будет, он не такой, по крайней мере. Хотя бывает и в RPG-играх какие-то глюки, типа они руинят все там сохранения и прочее, но это, ну не знаю, у меня такого вроде особо не было. Но я слышал, да, я понимаю, что такое бывает. Но вот здесь прям, то есть это систематически в песочницах. Ты что-то сделал не так, у тебя это сказалось через, блин, 6 часов игры и все. И game over, и заново перепроходи, все. А потом в следующий раз ты перепрошел, учел это, и у тебя что-то еще сказалось. Но тут проблема в том, что проблема не в отсутствии моих знаний, а проблема в багах. И вот это самое ужасное. То есть это то, с чем, ну, ты в чем не виноват, но ты ничего с этим не можешь поделать, потому что ты к этому привязан. Да, надо строить этот усадьбу. А чё пилорама у них? А, они торгуют досками. Все, не торговать досками тогда. Торгуем только молоточками. Кстати, вот интересно, вот тут ноль написано. Будут торговать, я надеюсь. Подожди, а они вообще производят молоточки-то? Чё они ждут? Запас топлива есть, все есть. В чем проблема? Сарай кузнеца должен производить молоточки. Он просто обязан это делать. Из железных заготовок. А-а-а, зараза! Точно, у меня. Вот тут вот, да, сейчас железных заготовок же у меня нету. Ничего, ничего, ладно. Нет свободных валов. А, они валов убили, потому что, да? Реально валов нету. Потому что тогда придется поторговать чем-то. Железной рудой, что ли? Да, скот мертв. Бедный. Поэтому мы строить не можем. Да, вот на трейдере заказал я еще вола. Один дом тут между этими всеми вообще пропал. Они его что-то решили не восстанавливать. Ну, скот тут. Они до сих пор пишут мертв. Может быть... Ну-ка... О! Сейчас тут строить начнут этот горн. У меня, в принципе, уже 2000 есть от его влияния. Ну-ка, в горн назначаем. Все, сейчас должно пойти. Поехать. Так, еще одного вола. Тот-то мертвый, чё? Уберется, будем надеяться. Так, перестаем торговать железной рудой. И можно, чтобы еще больше налогов, построить усадьбу. Только что-то они не хотят ее строить. Ведет торговлю, несет груз, ждет. Интересно. Давай сюда одного. Очень странно. Ну-ка, что там с горном-то? Да, не хватает... Надеюсь, что они могут, допустим, отсюда сразу в идеале вот в соседнее здание переносить, без того, чтобы на склад им нужно было. Смотри, вдвоем долбят. Иногда один, иногда вдвоем. Все, здесь эти молоточки уже делают. В промышленных масштабах, смотри, сразу вдвоем, потому что двоих... Значит, вон, два молоточка, две железные заготовки, отлично. Денег, кстати, сразу больше стало намного.
Вон, в печь, все логично. Ух ты. Неплохо. Да, денежки потекли рекой. Тут этот регион более-менее автоматизировал, а вот, вот остальные еще так. С досками что-то они тупят. Ну-ка, по приколу построю усадьбу прямо здесь. Близ города. Чтобы быть ближе к народу, так сказать. Смотри, как привезли на усадьбу все, кроме огромных бревен. Даже два вола что-то на эту деревеньку не хватает. Денежки тут рекой потекли. Тут больше из-за того, что молоточки мы производим. Вот она, сила промышленности. Куда-то вол затупил, понес бревно вообще в другую степь. А надо, потому что высший приоритет назначить. Здесь торгашам тоже лошадь сейчас. Уже одну купил, сейчас еще одну. О, политики здесь внезапно. Охотничье угодья, конечно. Больше мяса, больше шкур. Так, усадьба готова. Налоги. О, слушай, тут вторая дружина, да, появилась, прикольно. Ну, собственно, я сюда могу сразу начать нанимать всех во вторую дружину. Я думаю, имеет смысл вот эту штуку построить, чтобы увеличить размер дружины. С двумя дружинами я должен всех победить даже без наемников. Еще одного охотника назначаю, потому что там этих уже много. Они не поспевают даже. Ну-ка, раз у нас время экспериментов, я хочу проверить курятник. Будет ли больше у большого дома и загон для коз? Ну, вряд ли. Как я слышал, нет, там все равно будет только... Сейчас посмотрим, как они построят его. Может, грядки, да, это так работает, а с курятниками непонятно, но... Нет. Хотя по логике это все должно так работать. Но нет, тут куриц совсем... Нет, не работает это так ни с курями, ни с козами. Их в любом случае тут, по идее, две и все. Что они... Почему так много у меня инструментов? Почему они... Переизбыток. А, и вот, переизбыток инструментов, то есть на них цены упали три, как какое-то мясо сраное стоит. Вообще беспредел, конечно. Нет, тут и так слишком гринда много, надо это убирать, конечно. Так, нанимают этих сынов, Sons of the Bitches. Так, и давай всех, все, на последний бой. Кто там по-английски Sprechen the Deutsch? Напишите разработчикам, чтобы он не слушал этих мудаков, блин, которые готовы по 500 дней сидеть просто в игре, ничего не делая. Нельзя же, по словам задротов, слушать всех и применять какие-то... штуки, не все же люди хотят посвятить игре всю свою жизнь. Вы представляете, сколько игр? Неужели каждый из них посвящать жизнь необходимо? Но это столько часов, тебе, у тебя больше ни на что не хватит. Пусть будет меньше контента, но он будет насыщеннее, интереснее, разнообразнее, какой-то вызов. Кто-нибудь из задротов вообще меня смотрит? Или у них нет на это времени, потому что они задротят. А потом пишут в Дискорде, блин, что разраб игра слишком легкая. Сделай, пожалуйста, еще геморнее ее. Чтобы еще надо было 500 часов сидеть, чтобы продать одну картошку за 1 рубль. Нет, не так. Тонну картошки за 1 рубль. Так, ладно. Во славу меня великого, значит... Сейчас, подожди, они отрегенятся. 3 дня спустя. 3 days later. Че, последний бой. Давай только без какой-нибудь херни опять с глюками. Походу, херня с глюками, да. Короче, смотри, у него на последний бой выходит больше... Смотри, у него 3 отряда лучников, короче, походу, придется переигрывать. Вот может мне кто-нибудь объяснить, вот это какой ему мудак написал именно, что недостаточно было вот предыдущего объема армии?
Или это разраб сам пришел к таким заключениям, что так и нужно сделать? Кто там у них где идет? Понятно. Скорее всего, я сейчас не справлюсь, придется переигрывать. Потому что они решили изменить правила на ходу. Здесь балансировано, здесь балансировано, здесь балансировано. Ну все, ждем. Ну лучников мы можем убить, пожалуйста, нет? Остерегаться обстрел. В чем проблема лучников? Почему они не умирают? Почему никто не умирает от моих выстрелов? Вы принесли сюда. Давай, 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 давай. Давай! Понятно, они все решили по другим флангам атаковать. О, да, мы тут проиграли по-любому. Не, ну тут по-любому проигрыш. Лучники просто, я в ахере. Почему? Они стреляют им в спину, но мы никого не убиваем. Держать позицию. Это кто держать позицию? Сломлены. Мои, да, сломлены? Ну, естественно. Больше никто не может быть сломлен при таком соотношении сил. Мы просто, мы лучники просто, они не работают. Проще так. На, все, они бегут, бегут. Да, понятно. В общем, они перебили меня с большим отрывом. То есть он решил в последний момент изменить просто расклад сил, да, давая втрое больше всех моим врагам. Охрененно. Что тут скажешь? Так, ладно, тогда я этих... отведу вот в этот регион, чтобы мы могли, если что, тут обороняться, если нас опять нападут эти мудаки. И просто я здесь сейчас еще тогда куплю оружие и прочее, потому что у меня тоже людей достаточно, и смогу нанять еще кого-нибудь. Нифига себе, тут торговые пути вон по сотне стоят. Так, на склады, в амбары сюда назначаю больше людей, закупку больших щитов назначил. Кстати, вот в том регионе я просто не могу даже... Я не могу вообще никакой отряд нанять. Подожди, а я в этом-то регионе смогу отряд нанять? Прикол. Слушай, я вообще больше отрядов не могу. Как мне этот... Как мне этот сценарий пройти? Я отрядов больше не могу физически иметь. Вы чё, блин? У меня максимальное количество отрядов. Короче, понял. Лучников, очевидно, надо распускать, потому что они абсолютно беспонтовые. Наверное, это единственный способ. Кстати, 15 копеечек смогу в этом в основном своем регионе заиметь. Еда заканчивается. Плохо. Инструменты по единице мы торгуем. Это просто пипец.
Так я, наверное, перестану церкви отдавать половину еды вот в этом регионе, потому что смысла нету. Лучше я начну отсюда еду переправлять в тот регион, потому что там прям проблемы с этим. Эй, Ченхао регион. Чтобы обменяться, оба региона должны что-то предложить. Охренеть. Что им предложить? Железную руду, обменный курс 1:0. Чтобы переместить товар между регионами, их миновая стоимость должна совпасть. Например, если обменять железо стоимостью 14 серебряных монет на одну меру, на дрова стоимостью 7 серебряных монет, обменный курс будет равняться 2. Обменный курс 1:1. Охренеть. Тут можно на двух мулах это все возить, видимо.